Здравствуйте, господа и дамы, товарищи, коллеги, партнеры, тролли и злопыхатели. Мы всех вас любим и спешим поздравить с Новым годом. Сегодня мы вышли на финишную прямую, значит, затопив вот сей девайс. Это топка РЛК 72, значит, 720 мм шириной. И камин, прообраз которого был разработан в компании КДМ, облицовка из кирпича. Значит, чем она отличается от КДМовской? Ну, размером первее всего. Значит, а самое главное, что функциональность добавлено освещение. Такой романтический мягкий свет, который предполагает хорошую выпивку, теплую компанию, ну, рядом вот с таким хорошим излучением. Значит, облицовка выполнена из витебского кирпича методом огранки. Значит, созданы воздушные каналы конвективные, которые дают быстрое тепло от топки. Значит, ну, организован дровяничок, чтобы были сухие дрова для растопки, воздушные каналы с обоих сторон. Значит, конвекция полностью обдувает конвективные потоки, полностью омывает топку. Топка, значит, номинальное использование это 13 кВт, на максимуме, значит, в режиме активного горения выдает 17 кВт в час. Этого достаточно для обогрева дома площадью 100 квадратных метров. То есть, ну, вот здесь дом со вторым светом на 2 этажа. Думается, значит, ну, по-моему, квадратов примерно так 80, значит, ну, может быть, 85 на все про все, с выступающим эркером, то есть и с большими оконными проемами, значит, со вторым светом. То есть теплопотери у дома достаточно большие, но думается, что вот этот агрегат тепловой справится с функциями отопления этого дома. Построен он был взамен существующего здесь очага открытого типа, ну, который кроме лучевого тепла ничего не давал, скорее как вентилятор работал. Значит, вот сейчас догорает вторая закладка, дома стало достаточно жарко. Сегодня у нас уже 31 число, примерно 3 часа ночи, когда мы все это дело закончили, или почти закончили. Значит, и уже хочется что-нибудь выпить, съесть и поспать. Спасибо за внимание, спасибо, что были с нами. Значит, приходите еще, будет интересно. До свидания. С Новым годом, счастья, успехов, творческих поисков новых коллегам и партнерам. Ну, а также троллям и злопыхателям. Им тоже в речевых надо поупражняться. До свидания.